Всем привет, я сегодня в крутой белой кепке буду делать грязную работу. А точнее, сегодня работы будет много, я вам просто гарантирую, потому что... Андрюх, скажи всем привет. Привет всем. Вот, приехал Андрюха. Кстати, Андрюх, а ты ничего не узнаешь? Мало то, ты который там в куче был. Да, а как он там оказался? А я там что-то сделал и положил в бомбу, а это засыпать землю по краям. И потом не засыпал, я его тоже. Да, а еще смотри, что я нашел. Тоже я где-то? Иди. Нет. Где она была? Я вообще его в автосервисе нашел. Какого автосервиса? Где машину делал? Твой. Мой. А ты лишь я тогда его взял. Я тебе не говорю, что ты его взял. Я сказал, ты закопал его. Я тебе ни разу не сказал, что ты взял. Что ты мне говоришь, блин? Ты наговоришь, блин. Там и так, блин, я сказал на видео, да? Вот, говорю, вот, ну, рассказываю, как есть, говорю, да? Вот был уровень, потом не стало уровня. Вот. Я тебе там сказал, говорю, да ставь пока. Я говорю, Андрюш, ты его, наверное, закопал, как и молоток. Ты говоришь, нет, что бы я его закопал? Молоток, а потом я его нашел вообще в автосервисе. А что он там оказался? Каким образом? Ну, мужик мне говорит, что типа кто-то ему принес. Ну, тот мастер. Да. Ну, мне кажется, что все-таки они его случайно это... Стёпнули. Не стёпнули, просто когда я привозил на ремонт, вот, мне это, лежали запчасти. А-а-а. И, видимо, вместе с запчастями его как бы доставали, когда и так же достали. Mm-hmm. Ладно. Мы сегодня будем работать, готовить к заливке пол. Вот. Андрюха будет помогать. Ну или я Андрюхе буду помогать. Да, мы это решим. По полу не таскали. Я, короче, таскал по 3 лопаты. А, 4 лопаты. 4 лопаты, 4 лопаты. Так, начнем куда кидать? Может быть, мы сначала уровень отобьем? Давай. Посмотрим еще раз. Своим профессиональным взглядом. Так. Смотри. Сейчас лучше куда-то досочку возьму. Это что у нас? Это высыпа, да? Вот смотри, вот там тоже два. Это ноль. Да, сверху уже образовался вот ноль. Вот смотри. Там надо 12, да? Было, если брать 5 эфир 12, да, чтобы было? Это теперь чистое был бетон есть. А сколько это засыпать? Ну да, 12. Это сколько это засыпать? О, хуй не будет засыпать. Ну, а допустим, вот здесь, допустим, вот, вот эта высота. Тоже, да? Ну, получается, сколько тут? 4 сантиметра. Ну, я протрамбовал и пролил. А вот здесь до хрена надо было выливать. Да, бьет лайк, да? Видно, да? Не, вот много. А ты... А вот, тут до хрена, да? Да. Тут надо, блин, 11 сантимов засыпать. Может быть сюда это? Вот эту сначала глину сюда сыпанем. Да можно, потому что все-таки макаром от себя не хватит. Конечно. А, ты еще нужно, да, Владимир? Да, я смотрю, не вообще ничего там. Это, в принципе, везде, смотри, видишь, здесь 12, ну, в принципе, это вот, дофига. 7 надо засыпать. А вот в ту сторону глянуть, если... Ну, тут вообще подыхи. Получается, это 2,5 сантиметра тут подсыпать. Не, ну там дофига.
Ну, получается, у тебя вот там вся. Не затарся, оттуда чуть-чуть. Тебе сейчас что, нужен ли это оставлять? Я просто буду пока вот это готовить, разбирать все, выносить. Да не нужен, сыпай вот. Все. Примерно знаешь, что-то сыпать. Все. Давай я, может, пока вот так поставлю. Ну, потом... Везде на 12 сантиметров, плюс еще трамбанется. Да она вот куда трамбанется? Здесь, говорю, если отрамбованный, залитый, я воду, знаешь, как заливал? Ну, она села, и это на неделю, наверное, стоит. 12, выгоняем везде. Давай. Если наболется, все равно чуть-чуть сядет, все равно. По-любому не сядет. Это будет 12, там, 13. Так, ты одну лопату забрал? Да. Там, бизнес-терка делается. Все. От угла начинает, потому что яма, вот она яма, вот она яма, и все. По три лопаты можно делать. Тележка неудобнее будет? А? Тележка неудобнее будет? Возить? Да. Просто так видите, до хрена пандусы. Ой. Надо, нет. Где? Как ты любишь, горячий. Андрей, я тебе верю. Ага. Спасибо. Пожалуйста, сделайте работу. А что, на ванну тоже будете делать работу? А? Ванну будете делать? Мы сейчас все, за сегодня мы будем все отсыпать, подготовить к заливке. Давайте, пожалуйста. Я уже устала. А ты понимаешь, когда залил, как ты выходить будешь? Я буду дома сидеть. А хорошо, я зайду как? Не заходи, а вот через окно. Шатри, да, спи? Да, Рушан. Ладно, так, допустим, один день залили, к вечеру уже это, да? Ну, ночью она стоит, или утром можно будет наступить, да? Какая погода? Ну если поливать надо будет, да, наверное? Бетон? Да. Не надо, еще не на улице. Но все равно здесь сухость такая. Так, а потом, если перед заливкой ты прольешь пол. А, ну влага оттуда будет тянуть, да, то это? Нормально, часть не самая с этой погоды, самая здоровая начинает. Ну понятно. Потом уже эти... Ну это начинает, мы начнем. Мне хотя бы вот эту помочь залить, а потом уже не выбить, в принципе. А что тут квадрата? Ни хрена? 24 квадрата. 24, 20, 25. Мы заливали... Сколько мы были? Трое? Посчитаем... 94 квадрата заливали. Посчитай мне этот... 25 квадратов при слое 5. Ну, 7 сантиметров. Сколько кубов надо было? Надо умножить этот. Опять умножить? Длину на
На губы не видно. А так ты никогда не будешь считать? В голове не мог посчитать? Нет, он там не работает пока.
поводу полета идет. Пока на улице жарко. Сегодня 30-38 в тени, да? Больше. Больше намного. Это, скорее всего, вот они пишут в среднее, как бы, не знаю, самые места, наверное, вот и речки. Да нет, будет не обязательно вырывать, главное, что проволока вот слезла. Андрей, тебе перчатки дать? Я их не буду. Все, мы разгромили эту стенку турлучную. Теперь эту глину надо будет нам распределить как-то здесь. Это, наверное, сейчас этот надо будет тут двойную работу делать. Или раскидываем и потом будем уровень смотреть. А тут оно и видно, что тут до хера. Там еще яма видно, там бугор. Угу. Все, распланируем сейчас. Начнем с этого. Где эти будут примерять труба? Вот она, вот от этого, что от этой штуки, вот сюда вот так шик, пойдет труба и все. Так, труба, кстати, труба нужна. Ладно. Тогда сейчас сравняем оттуда. Оттуда, да. Туда-туда. Здесь, в принципе, это. Она как раз пойдет и даже в бетон, если зальется. Она же пятерка, 5 сантиметров. Нормально масса. Еще вот разровняем. И будем сюда засыпать.
Так, сейчас расровняли немножко. Сейчас будем пробовать смотреть, насколько отсыпать, потом трамбовать. Ну, 11,5. Вот верхний, да? Насколько? Убивать, да, надо будет? Ну да. Это будет вот утрамбовать надо вот настолько? Да. Короче, тут нормально, трамбануть и все. Да. Может еще. Потом больно, хай вообще подкиснет оно. Ну да. Пока мы киснем, мы вот тут сделаем. Сейчас прольем, хорошо, давай тогда. Трамбуем? Все, поехали, пыль сбивать. Угу. Перегнулось это хорошо, прям сейчас прольем, пока будет все раскисать, мы это будем здесь вот выравнивать, сюда подсыпем немножко, выровняем здесь, потом здесь, и скорее всего сейчас это надо вот за трубой сбегать все-таки, хотя я, наверное, ну я посмотрим, если что, там в углу потом выпущу ее, а там уже. Нет, такая нормальный объем ванны получается. Не маленькая. Хватит. О, хоть ноги остудить. Они прям кипят. Правильно, отдыхать тоже надо. Потом будем пробивать, смотреть, где надо добавлять. Потом пробьем, где надо достыкнуть. Хорош, я тебя, ты на меня поворачиваешься. Да. Здесь везде теперь будет теплый здесь, пол. Где ты песок, видишь, теплый пол? А у вас зимой холодный пол, Андрей? Зимой? Да. Как тебе сказать? Прям совсем в носках. Не ходит. Но детки на полу не сидят, не играют, да? На попе. А на паласе играют. Ну, у вас паласе стилен, конечно. Мы тоже будем думать, что вот в этих комнатах нам сделать с полом, потому что пол был холодный. Если этот, хоть и утеплили. Объясню сразу, по какой причине здесь на Кубани именно полы холодные, допустим. Просто писали в комментариях, как так может быть, типа деревянные полы не холодные. Мы в Сибири живем, как бы минус 30 градусов, и у нас на деревянных полах тепло. А в Сибири засыпают всю землю снегом. Это раз. И тоже где фундамент, ну это все. Тоже сугробы лежат, а здесь снега нету, вот. И плюс получается земля, как бы она вот как ветер гуляет и все. Даже здесь получается, если морозы ударяют, у людей бывает клубника подмерзает, а в Сибири она ее снегом засыпала, и вот в Байкальске, да, у вас Виктория, вот, сугробами закидывалась. Поэтому как бы, ну, в этом плане здесь вот именно. Андрей, ветра холодные на Кубани? Что? Ветра. Что так? Привык не просто, он местный. Вот вообще не мама. Бывает там, что губы не мама. Бывает как? Потому что ресницы длинные. Да, вот прям ветра, да, ледяные. Yeah. Мне кажется, в Сибири холод легче переносится, чем здесь легче, ветра. Да, ветров нету. Угу. Ну, когда если там задуют, вот у меня у мамы, да, вот буквально недавно ветер прохладный как подул, и все, там она летом хотела отопление отключать, представляешь? А когда спится, дует ветер с одной стороны, как на столе от стены. Да, надувает, продувает. Вот туда-сюда, не так, когда тут с одной стороны. Да, продувает прям хорошо, бывает, иногда подходишь, вот это и прям чувствуется. Вот. Особенно от окна может задувать хорошо. Да, неплохо получилось, просто не разбивает. Когда Катрина искала дом, ей мужчина какой-то сказал, а вы не знаете, что у нас здесь роза ветров, или как он сказал? Ага. Не знаешь, Андрей, это? Не, это не знаю. Ну, роза ветров – это выражение такое, что где переплетение ветров, что ли?
Ну, короче, кто местный, тот скажет. Ну, объясни, да, что это. Ну, я замечаю, что нас только местные понимают, кто здесь живет. Здесь ветра, здесь очень холодно. Нас смотрит. Степи. А почему именно в Ейске, вот даже на Черном море такого не встретишь, как в Ейске, скайсерфинг? Потому что горы там больше. Нет, в Ейске нету гор. Я думаю, Черное море. Да, а здесь получается степи и это море. И вот там занимаются этим, там даже соревнования по этому скайсерфингу подходят. А сколько сейчас вообще пройдет? Двое? А? Двое мешка еще пройдет. Цемента? Да. Да, итого 7. Хватит. На что хватит? На черный черновой? А? На черновой слой? Да. Хватит? Хватит. А? Ты мешком не хватит? Хватит. Ну на куб где-то пускай мешков 6. Это когда ты бетон делаешь. Ты же отсев делаешь, ты же. Такая вот ванная, да, большая? Хорошая. Да, ну, я сказал бы, она будет больше, чем у нас на Курчанах будет. По квадратуре больше. А мне кажется, нет, Рушан. Нет. У нас на ванной вот так было примерно. Да? Да. Mm-hmm. Да, да. Это ж по-любому больше этот бетон отрывать, да? Какой? Вон тот, я не знаю, потому что он вроде не бухтит. Ты говорил тогда, что будешь ты давать? Ты же стучал по нему, он же не бухтит. Ну, посмотрим. Блин, опять забыл. Трубу надо проложить. Потом. Ты давай, сыпь, что тут трамбанется, выкопай. То есть не мелочь. Нам главное сейчас просто сделать, потом лопатой выкопаем. А тогда где трубу прокладывать? Может, не надо трамбовать, нет? А? Может, здесь надо трамбовать? Мы же решили, что угловая будет, правильно? Да. Мойка в угол поставить, да, вот здесь? Здесь вот. Не будет, да, у нас 60? Вот нет, здесь 60 не будет. Не будет. Она где-то примерно вот так закончится. А сюда что-то можно будет поставить такое. Вот она будет, раз. И вот так была. Ну да, у нас другого варианта нет. Ну, сделать мог вот в угол, правильно? Нет. Нет? Нет. А куда? Вот сюда, в середку. Вот сюда? Да. Или вот сюда. Зай, вот сюда, наверное. А зачем такая большая столешница угловая? А если просто ее вот отсюда пустить и до стены вот так вот? А зачем она такая огромная? Ну вот честно, это только валежник собирать. Ну да, туда бы все наставлять, а так это. Угу. Ничего. Пусть будет по просторне лучше здесь. Мне еще не забывай здесь два горшка оставить. Труба будет еще ниже опускаться. Этой серой трубы потом не будет вообще. На канализаторах как-то будет? Смотри, здесь получается вот это вырывается, ага. И сюда ставится унитаз. Как только мы заливаем черновой пол, потом здесь все отштукатуривается. А потом будешь? Отштукатурил, потом я перенес сюда унитаз, ванну перенес, поставил. Вот, потому что уже потом я растягиваю теплый пол. В момент, когда заливать, я вытащил все унитаз, ванну. Нет, не вариант. А по-другому я никак не смогу. Значит, пару дней без ванны поживем. Поживем, к маме поедем. Потому что мне нужно это будет, чтобы это. Вот это убрать же надо, вот финишку заливать. Угу. Ничего страшного, поживем. К маме поедем. Чем ты будешь съездим? Тем более. Две ванны. Тем более. А ты этот влог когда будешь оставлять? Просто она еще, наверное, не покажет ничего. Да, вот это он точно есть. О, пошли. Принимать. Сейчас он мне опять скажет, о, опять снимает. А пригласи его едет. Серьезно. У нас сегодня плюс 40, чтобы вы понимали. Красота.
сразу разбежались. Пылюка пошла, капец. Ладно, пошла я детям суп варить. Капец, она горячая. Реально, да? Ты думал, нет? А? Нет, так подожди, невозможно. Она горячая реально. И до камней там штукатурка будет. Ты считаешь, до унитаза? Она же не будет это торчать прямо над унитазом. Нет, я тебе говорю, вот 1.5 метра. Две стиральные машины 60 сантиметров, 120, грубо говоря. Если ты хочешь две поставить. Ну, две будет. Пойдет? Сверху раковины. Все, пойдет. Возможно будет, да, под машинки поставить раковину. Ну, это такая вывести. Будет раковина, как у них, она будет высокая. Вот как мы в Сочи были в квартире. О, нормальная. Вот, она высокая была. Нормально. У детей ступеньку просто делается и все. Детям. Все, 60, 20. Угу. Сушка будет стоять и машинка будет стоять, автомат. Зачем он получается даже сделать-то? Вот на так стене надо повернуть, да? Тогда придется вот сюда вывести кусочек трубы, вот здесь тут и все, здесь уже обыграть, потому что это все будет потом.
Так, ну, подытожу. Как всегда, благодаря Андрею сделано много работы. Получается, здесь мы отбили все под уровень. Можно заливать. А здесь тоже отбили. И здесь вот три помещения можно заливать. Вот, будем, возможно, завтра приступим к заливке. Вот. Черновой пол сначала пойдет. О, даже граммовый. Он садится хорошо. Это может даже граммоватый. Не-не, он сядет. Я говорю, я вот здесь только проливал, особо, ну, я раз прошел трамбовку и все. Сейчас мы посмотрим, как он это, как подсохнет. Ну, он садится хорошо, потому что красный отсев. Не, все-таки, мне кажется, надо будет немножко трамбануть. Сейчас прольем, трамбанем. Вот, а завтра начнем вот с этой комнаты заливать черновой пол. Выставим маяки и погоним. 5 сантиметров. А, нет, мы считали 7, да, сантиметров черновой. 6, остальные чистовые. Да, и остальное, да, 5. 5 сантиметров уже под теплый пол, потому что больше делать смысла нет. И тепло будет плохо отдавать. Все, сейчас трамбуем. И, в принципе, на сегодня уже все. Конечно, хотелось бы и вот эту комнату, но... Здесь уже высоту надо отбить сначала, а днем лазер не видно. Вот, ну и сегодня я, когда Андрея отвезу, я вот эту комнату подготовлю, все здесь освобожу, все по-чистому сделаю. И потом уже, ну, посмотрим, уже следующий здесь отцеплю. Когда здесь мы черновой пол зальем, или залью, или зальем, то тогда я уже вот эту подниму, потому что отсюда удобнее же ходить, правильно? Вот. Эту стену подниму с кирпича, тогда армопояс залью, привяжусь к стене и дальше подниму стены. Трамбуем, да? Называется это. Хотите похудеть? Спросите у меня как. Ну да, возьмите трамбовку вперед. Называется шлеп нога такая, ручная. Если эта шлёп нога по ноге попадет вот так. Да, мне раз прилетало по пальцу большому. Я думал, и палец превратится в лепешечку. Это не есть хорошо. Ну, конечно, это, она сама весит, ну, килограмм 10, наверное, весит. Ну, может быть, 8. При ударе. И плюс ты при ударе еще, ты сколько? Ну, после килограмм 50 привалит, да? По-любому. А 50 килограмм металлические. Ну, вот, да. Кажется. А представил с рельсы сделать, а? А? С рельсы. У нас рельс там площадь маленькая. Ну да. Ты две сразу приварил. Ну да, мир. Раз поднял и все, хватит. Ну да, так ты не сделали то, что... Теперь надо поднимать. Ну да. Я самое большее сколько? 95 квадратов трамбовал, я манал. Вот это что? Так что надо покупать. Оно вроде вот так, думаю, пошел, хорошо идет. Но... После 20-го удара понимаешь, что у тебя уже потенциал остался еще на 10, да? Оно еще вибрация в голову отдает, ну поэтому голова, ты знаешь, болезнь бьешь когда, она все равно вибрация какая-то идет. Ну да. Надо после ночи поставить лазер. Пробить. Пробить, да, насколько село, чтобы понимать. Ну, будет чуть больше, ничего страшного. А бы меньше не было. Плотнее будет. Ну, главное, чтобы меньше не было. А то все беда. Нет, ничего. Для заливки
фальсификатор офигенный есть. Да? Да, вот такой. Mm. Короче, его когда добавляешь, ты раствор выливаешь, он сам растягивается. Значит, правилом тянуть не надо. Хочу, конечно, но было бы хорошо, дай иметь какой-то фальсификатор. Чего говоришь? Я говорю, хочу, конечно, но было бы неплохо иметь такой пластификатор, да? Когда ведро вылило, ну да, на само. Без напряжения, да? Ну да, или вообще там сразу из бетонной мешалки, чтобы... Что, все просто седает? Да. Потрамбовал. Так, ну как видите, у нас уже ночь. Андрея я 5 часов отвез. Потом приехал домой. У нас сегодня рекорд в Краснодарском крае. Температура поднялась до 50 градусов вроде бы. Это, ну, в новостях там показывали. Я не знаю, сколько у нас было на солнце. Ну, в тени, по крайней мере, 39. Так, по крайней мере, показывает это Google. Google, Яндекс, это погода, короче. Вот, сейчас я приехал потом. Дома немножко остыл, видео смонтировал, и сейчас вот уже прохладно. Кстати, у нас прошел дождь, хотя его вроде не обещали, вот, но прошел такой небольшой дождь, можно сказать, пыль прибил слегка, и сейчас просто баня. 20, если не соврать, 28 или 26 градусов обещает Google, что будет ночью. Вот, очень жарко. Здесь вот светильник, а вокруг светильника такая мелкая-мелкая тварь летает, которая больно кусается. Ну, и вот одним словом, пока сейчас более-менее прохладно, температура упала, я хочу поработать немножко здесь, в будущей нашей кухне. Во-первых, по той причине, что днем здесь лазера не видно. А сейчас его видно хорошо, да, и я смогу, в принципе, вот с этими комнатами отбить. Вот. Ну и плюс. Пока, как говорится, у меня есть такая возможность. Немножко так подумав, конечно, среди комментаторов... Как лазер бьет, да? Среди комментаторов и среди зрителей есть люди, которые как-то негативно относятся. Реболтать, давай работай. Вот. Но есть люди, которые поддерживают меня и зачастую задают вопросы. И, в принципе, по большей части вот для таких людей мы и снимаем свои ролики, потому что людям интересны наши ролики. Вот. Они положительно относятся к нам. И хочешь, не хочешь, не то, что хочешь, не хочешь. Просто к таким людям с таким же ответом хочется относиться. Вот. И первое, да, многие переживают за мою спину и... Не работает она. Переживаю за мою спину по поводу тележки. Сейчас я вам подробно объясню, почему я ношу ведрами, а не на тележке. Так, ну, для начала вот первый заезд. Да, смотрите, вот. Раз, пандус. Тележку нужно будет полную тягать, поднимать. Потом ступеньки, пандус. Потом, если рассматривать отсюда заезд, тоже что-то нужно будет... придумать, мастить, чтобы тележка переехать сюда, спуститься. Потом вот здесь также переехать. Ну, что-то надо придумывать. Это первая причина, что это слишком много телодвижений, да, получается. Плюс за счет узкого, ну и отсюда то же самое. Плюс еще за счет узкого пространства, да, вот эти повороты с тележкой, это очень-очень тяжело. И пока я довезу одну тележку, я, во-первых, реально замучаюсь. А во-вторых, временем это займет, я, допустим, за это смогу ведрами перетаскать намного больше. Плюс ведра я нагружаю не по полной, вот, по пол ведра таскаю, чтобы не дорваться. Вот. По этой причине
не вожу тележкой. Тележка есть. О, вон она стоит. По поводу того, что можно поставить два ведра, оно тоже не совсем удобное. Я нагрузил два ведра, протащил сюда на тележке. И при помощи, вот опять вот этот подъем с высоты спускаясь с тележки, это тоже как бы нагрузка на спину. Просто лучше по пол ведра грузить, потихоньку таскать, и все будет хорошо. Так, по поводу, когда здесь я говорил о том, что приедут печники делать дымоходы. И написали, что нужно, можно было купить турбокотел турбированный, и тогда не надо было никаких дымоходов и тому подобное. У нас турбированный котел. Вот. Но дымоход придется делать по той причине. У нас от соседского забора меньше 1,5 метра. Поэтому придется делать вот так и кверху. Это требование райгаза, чтобы дымоход был потом. Было бы больше здесь расстояние, можно было бы вывести только небольшой кусочек трубы. И никакого не надо было это. Но поскольку здесь от соседей рядом, придется делать все равно одну трубу от котла, хоть котел турбированный, и плюс вытяжка. Это требование райгаза, поэтому придется вызывать печников, которые будут делать дымоходы. Вот, и котел у нас турбированный. Надеюсь, я подробно все объяснил, рассказал. Вот, а теперь у меня что предстоит? У меня, как говорится, беда не приходит одна. Я выставил лазер, отбил, а мне еще сюда досыпать порядка 10 сантиметров. 10 сантиметров по всему. Местами даже и больше 10. А у меня нечем засыпать. Все, что у меня было, я уже засыпал. Я думал, что вот у меня тут та куча никак не закончится. Она у меня закончилась. И у меня теперь здесь что-то нужно думать. Походу придется что-то покупать, чем завести, засыпать. Ну это максимум сейчас где-то я кирпичами этими. Здесь у меня битый кирпич большой разровняю. Но все же этого мало. А такой слой отсева это невыгодно будет, нецелесообразно. Ладно, что, сейчас буду думать, что делать. Так, ну я, короче, греб по всем возможным сусекам. Сейчас. Ну, вроде что-то нашгреб. Возможный шифер. Самый битый кирпич. Часть натаскал. Вроде здесь это есть небольшой уровень, но уже как бы это все нужно трамбовкой поразбивать. Но разбивать я сейчас не буду, потому что шумно. Вот здесь
немножко натаскал. Я думаю, вон в той куче еще вот кусочками я смогу что-то здесь еще раз кидать. Ну, по крайней мере, уже отсева придется меньше таскать. Ну, точнее, меньше слой. Сэкономить можно на отсеве немножко. Вот. Время уже 12 минут первого. Я думаю, пора идти отдыхать, потому что чай здесь особо больше уже не сделаю. Это сначала нужно отдолбить. Вот, отдолбить я не могу. Так что на сегодня я заканчиваю. Вот, спасибо всем за уделенное время, за лайки, за комментарии. Вот. Кто думает, что YouTube платит за лайки и за комментарии, обрадую вас, YouTube за это не платит. Это просто активность, которую создаете вы. И видео продвигается немного дальше. Так что не переживайте. За ваши лайки и комментарии я не зарабатываю. Вот, так что спасибо вам, что поддерживаете меня. Вот это очень важно и приятно. Как и любому человеку, когда его поддерживают, ему это заставляет двигаться дальше. Так что пошел я отдыхать. Все, всем пока. Увидимся в следующем ролике.